Так, всем привет! Мы вот приехали в детский оздоровительный лагерь «Чайка» здесь делать кровлю, напыляемой двухкомпонентной жидкой резиной. Ну, собственно, вот детский лагерь «Чайка». Вот эта кровля, 1000 квадратов. Вот самая проблемная зона. Здесь постоянно течет, постоянно идут какие-то проблемы. Вот, рулонка совсем не помогает. Ну, абсолютно. Итак, вот здесь уже попробовали, да, нанесли двухкомпонентную жидкую резину, правильно? Да, мы здесь проверяли как бы установку, ага, способность. Работает или нет? И, ну, налаживали. Ага, аппарат, ага, и вот это вот мы нанесли. Буквально 5 минут. Вот, за 5 минут вот такая площадь. Сколько тут квадратов? Раз, два, три, четыре, пять. Квадратов 8, наверное. 8. Так, ну а все примыкания, получается, все стыки проклеили. Сначала нанесли битупрен, первый слой, потом нанесли геотекстиль, приклеили. Вот он, его здесь хорошо видно, геотекстиль. И потом еще раз заармировали битупреном 50-м. Сверху еще будет нанесено битупрен компаунд. Вот сейчас ребята подают шланги. То есть, чем еще удобно, так это тем, что все оборудование, бочки и все прочее находится внизу здания. Вот, а сюда подаются только шланги. Максим, сколько тут шланги? 30 метров, да, выбрали? 30-метровые шланги. И вот здесь, соответственно, тоже все проклеили, промазали геотекстилем. Битупрен 50-й, затем геотекстиль и еще раз битупрен 50-й. Потом все это закроется еще двухкомпонентной жидкой резиной. Вот внизу стоит оборудование. Вон там же бочки стоят. Сейчас его будут запускать. Битумная эмульсия, битупрен компаунд. Во второй бочке находится соль. Вот сейчас он выставляет давление, чтобы свободно поднималось на второй, на крышу. И примерно метров 10, здесь, наверное, 15, чтобы подавалось на станок. Вот, показывает, что все хорошо. Пускает двухкомпонентную. Открывает все шланги и говорит: пробуйте. Да, понижено. Сантиметров 60 и желательно под прямым углом. Под 90. Все, ближе уже не подтягивается шланг. Вот сразу видно, что резина уже превращается. Резина превращается в резину. Максим, ты вот так теперь. В обратную сторону еще. Чтобы перекрестный получился слой. Да, 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 да. Ну вот, собственно, примыкание. Вов, напыли примыкание. Примыкание напыли вот здесь как. Вот туда, повыше. Вот прошло сколько? 3 часа. 3 часа тут ребята покрыли за 3 часа квадратов. Наверное, 200 примерно, 250. Ну, четверть.
Да, четверть примерно покрыли. Потихоньку дополнительно швы еще промазывают, тут испаряется вода. Так, есть такое естественное немножко прилипание ног, потому что распыление идет. Вот. И вот сейчас с другой стороны еще будет запускаться оборудование. Вот отсюда вот уже станок поставили. И сейчас шланги сюда подадут. Да, примерно где-то 200 квадратов покрыли за 3 часа. Ну вот планируют сегодня еще за 5 часов где-то квадратов 500. То есть вот это вот такой вот выход здесь. Вот типа его закрыть и на завтра оставить еще квадратов 200 с утра доделать. Вот начинает уходить соль, вон начинает бежать вода, и соответственно резина начинает кристаллизироваться и превращаться. Вот видите, глажу, и вода уходит. Вот уже готовая работа кровельного покрытия, двухкомпонентная резина. Получается, мы произвели гидроизоляцию кровля существующей из наплавляемого материала. Вот это уже готовый результат. Сейчас этот клочок оставили для того, чтобы заказчик смог подняться и принять выполненную работу. Соответственно, слой резины 3-4 миллиметра. Работы производились 2 этапа. Первый подготовительный, второй основной этап. Подготовительный этап себя включает армирование смес примыкания кровельных однокомпонентной резиной битупрен. И второй этап — это вот уже нанесение самой резины. Получается, мы видим швы все, то есть это полностью монолитное получается резиновое покрытие. Туда не пойду, потому что резина еще липкая. Вот вечером можно будет по ней ходить.